сказал, Владимир, вы не впервые в Воронеже. Уже успели что-то увидеть, где-то побывать за сегодняшний день? Ну, за сегодняшний день еще нет, потому что приехали, только расположились и сразу сюда, собственно говоря. Поэтому просто, как всегда, не хватает времени. Хотелось бы приехать, естественно, на более длительный срок, потому что мы любим Воронеж. У нас здесь наши школы находятся, и ребята наши работают, естественно, да. То есть город родной для нас. Очень много у нас выходцев из Воронежа в нашем балете танцуют. Чем вы видите суть, основное предназначение вот таких вот фестивалей, которые проходят у нас сегодня в главном концертном зале «Медхолл»? Проходит у вас ежегодно. Да, уже ежегодно. Главное, естественно, наша цель, чтобы они общались. Потому что приезжают ребята из разных городов. Они все, это большая семья Топс. Вот они очень дружат, они переписываются. Естественно, для них это подарок. Вот они встретились здесь, пообщались, приехали с таким зарядом позитивным на весь, как говорится, сезон. Очень здорово найти здесь новых друзей, идти с ними по жизни, это как большая семья. Я всегда с детства мечтала стать вот в автобусе, там свой хореограф. Куча эмоций, там волнение перед выступлением. Мы очень рады и счастливы видеть вас сегодня в этом прекрасном зале. Ребята, мы надеемся, что с огромным наслаждением будем смотреть на вас и радоваться тому, что вы нам покажете. Такой хороший дух соревнования присутствует, это тоже здорово. Но главная наша задача – это, конечно, создать атмосферу, чтобы они получили кусочек радости. Ощущения просто зажигательные. Нас пугали то, что будет очень трудно. Мы очень рады, что приехали. Мы очень многого ожидали. И я думаю, что мы не ошиблись, потому что здесь люди профессионалы своего дела. Люди, которые любят танцы, которые считают, что танец – это их жизнь. И поэтому от них заряжаюсь такой энергией. На ваш взгляд, должен обладать качествами танцор, чтобы стать, не знаю, танцор с большой буквы, чтобы стать известным, чтобы зрителям это нравилось? Ну, во-первых, это преданность, фанатичная преданность своему делу. Это первое. И трудоспособность. Это второе. Конечно же, способность и талант. Но даже люди, которым дается это более, скажем так, непросто. Если есть трудолюбие и любовь к тому, что делает, обязательно добьется успеха. Yes? Yes. Томились? Yes. Родимые, держитесь. Какой пример я держу. Смотрите, стойте. На каблуках смотрите, на каких высоченных. А вы? Удобные обувь спортивные, маечки, все такое, шапочки, все такие стильные, модные молодежи. Собрались? Собрались?
Наши дети, они вообще замечательно, они отличаются от всех остальных детей, могу с уверенностью это сказать, потому что море позитива, они приезжают сюда заряженными, их не нужно сильно раскачивать, там они готовы к эмоциям каким-то открытым, поэтому мастер-классы прошли замечательно, зал прекрасный. Я сам из Воронежа родом, вот, родился здесь, вырос, учился здесь и рад, что в моем родном городе есть такой прекрасный зал. Очень рада и счастлива, что у нас есть свой зритель, что у нас, куда бы мы ни приехали, у нас полные залы. И очень приятно, что у нас в Тодесе сейчас очень много ребят из Воронежа. А сколько? Ну, у нас человек 8 точно есть. Это больше, чем вот из других городов, да? Ну, в общем-то, да. У нас вот Питер, Воронеж. Ну, вот у нас есть города, из которых больше всего танцовщиков. Потому что Воронеж, ну, правильно, Воронеж танцующий город. Хочется говорить заранее, вдруг там что-нибудь не срастется, но вроде как бы вот двигаемся к тому, что откроем свой театр танца в Москве. Это наша мечта была очень давно. Вот, я думаю, что мы это сделаем. Значит, это еще, представляете, новое интересное дело. Представляете, вот эта молодая энергия, да, вот эта детская, позитивная, молодая энергия. Вот она дает силы, собственно говоря, я так думаю. Ну и плюс, конечно же, это любовь к тому, что мы делаем. То, что... Это счастье, когда ты можешь заниматься тем, что тебе с детства нравилось и о чем ты мечтал с детства. Художественный руководитель и главный балетмейстер-постановщик балета «Тодес» Алла Духова. Многократный лауреат национальной музыкальной премии «Аватар».
Монте-Карло, балет.